Я Глющенко Владимир Петрович. Родился 25 ноября 1997 года, Оренбургская область, поселок Совхозный. Военнослужащий по контракту, разведчик 10-й отдельной бригады специального назначения, базирующийся в город Краснодар, воинская часть 51-532. Обращаюсь к мирному населению Украины. Я очень сочувствую и сожалею о том, что военнослужащие российской армии, включая в том числе меня, пришли на вашу землю под обманом нашего президента, дабы вас защитить, но на самом деле это все не так. Я обращаюсь ко всем военнослужащим. Пацанам, пацаны, уходите с этой земли, это не ваша земля. Тут я хоть и в плену, но мне открыли глаза, что не надо здесь находиться и убивать мирное население.